Извините, извините. Аман Бахарнас. Здравствуй, сестренка. Как тебя зовут? Айжан. Айжан, у тебя красивое имя. Я видел, ты садилась в поезд, как Басари. Ты там живешь? А чья же ты дочь? Я дочь Есенгали Аспанова. А, Есенгали Аспанова. Знаю, знаю. Как в ауле? Все живы-здоровы? Да. Ну ладно, сестренка, спасибо. Агай, дяденька, вы что-то хотели узнать? Да, вот что. Как живет сапожник Ерден? Здоров ли старик? Он уже умер. Как умер? Когда? Уже давно. Какой замечательный был человек. А разве вы не слышали? Сколько хорошего он сделал людям. Хорошего для всех нас. Дяденька, кто вы? О, великий мир, посмотри на меня. Я пылинка твоя, сын казаха я. Айжан, сестренка, я не могу, не имею права говорить тебе все. Но ты должна помочь мне. Это очень важно. Смогу ли я? Сможешь. Потому что твой отец Есенгали Аспанов погиб за дело революции. Потому что ты комсомолка. И потому еще, что это нужно нашей родине. Я сделаю все, что...